Балдан Цыдыпов. Он также удостоен звезды Героя России. Командир мотострелкового взвода попал под массированный обстрел ВСУ. Цыдыпов, несмотря на полученную контузию, смог развернуть подбитую БМП и уничтожил из пушки и пулемета большинство вражеских огневых точек. Дали отпор. Вот. Уничтожили какое-то количество противника. Тем самым дали возможность уйти нашим главным силам на безопасное расстояние. Я просто думал, как бы быстрее выполнить свою задачу и сохранить как можно больше жизни. За жизнь Цыдыпова боролись лучшие военные медики. Пришлось провести 14 сложнейших операций. Чьими небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Свинцовыми тучами стелется низко туманами рваными. Хочется верить, что